И всем привет, дорогие друзья, с вами Ромза, сегодня будет обзор на сервер Веселый Зомби, офигенный зомби сервер. Заходим, играем в группу ВКонтакте, IP, связь с админом, все будет под описанием. Давайте рассмотрим, начнем тогда с рассмотра меню ножей. Первый это новогодний колокольчик такой, второй это рождественская снежинка, прикольный. Я, кстати, к сожалению, не смог открыть меню ножей, так что я буду показывать каждый раунд по одному ножу. То есть она вообще не открывается ни в консоли, ни через консоль, ни через чат, ни через меню сервера и так далее. Амуниция стандартная, тут просто АК такой красный, и М такая красная, потом дигл красный еще, и все, больше ничего. Следующее это гранаты, второе это заморозка. О, такой, о, прикольно. А это что? Да, тут снеговик, там Дед Мороз. Броня плюс снеговик, это я не знаю, что я может... А снеговик, у него брони нет, да? Надо поискать, у кого есть броня. Вот, а, снеговик на голове, ясно. А, тут паутинка действует на боссов или там на суперадминов, чего там есть. Лазерная мина, нет, да, чипсолет, пистолет, да, пистол, ВСК ХМАС. Ну, допустим, вот это посмотрим. А, это двойные пистолетики. Снайперка, о, вот это прикольно, но у него глушитель какой-то странный, такой маленький, что ли. И мне так кажется, не, глушитель странный, да, очень странный. Не заберемся, короче, с таким ножом. Следующее, сапиенция, пулемет М134. Так, все это, в принципе, ну, допустим, это могу показать. Это чуть-чуть отличается от других. Вот АК-47 ХМАС есть. Это АК-лонг, короче. Двойные плазмы, это пистолетики такие. Дробаш какой-то, Кроу-7 есть. Кроу-3, точнее, Кроу-7 это пулемет. Дроболет ХМАС. Да, прикольно. Фиолетовый такой. Красивый цвет. М64 ХМАС. А, не то взял. Извиняюсь. Вот. Это красивый пулемет. Такой, не знаю, жестко как-то выглядит. RX ХМАС какой-то есть. Ясно. Это RX-90, что ли, так называется. И просто взяли и сделали так. Винтовка В200 ХМАС. Это на одну снайперку похоже. Это скорострелка, по идее. Так, где там? Да, скорострелка. Автомат ТАР-21 ХМАС есть. Тоже прикольный, он даже прицельчик такой. А, такс. Тут у меня Евро 6000, левел 3, экспам 35 из 500. Звание бандит. Так, зомби-классы давайте тогда рассмотрим. Первый это зимний псих, прыгучий айс, курильщик. Курильщик, кстати, нету у него модельки, ничего там, ни шапки, ни так далее. Бумер не знаю. Спринт, ну, в смысле, бумер знаю, но не знаю то, что модельку изменили или нет. На некоторых серверах там толстяк, как Санта-Клаус выглядит. Спринтер айс. Так, ясно. Ясно. Надо проголосовали так. Надо сколько там? 13 секунд ждать, чтобы меню открывать нормально, а то так все время эта хрень будет выскакивать. Такс, ну, всех с наступающим. Скоро уже сколько там? 6 дней почти что осталось. Ну, я ночью снимал, 6 дней, так скажем. Скоро будет уже итоги конкурса, который я разыгрывал вместе с позитивным, то есть с Жекой. Это что? Это какой-то подарок. Так, это... Это что, я не пойму, это подарок какой-то или что? Да, это по идее подарок, но это не взять, потому что тут слой текстуры стоит. Невидимый слой текстуры, ладно, зомби-классы, дальше смотрим. Буду Айс есть у нас. Ревенант Монстр, давайте его возьмем. Так, Ревенант Айс и Повелителя давайте возьмем. Ревенант Монстр, все почти что смотрели. И меню сервера. Первое это узнать свой ранг, как ставить мины, посмотреть топ-15, время до конца карты, голосование за карту, цены на привилегии. Кстати, давайте откроем. Тут VIP навсегда 300 рублей, VIP месяц 100, админ месяц 150, админ навсегда 400, босс месяц 250, босс навсегда 500 рублей. Это его контакты. Вкапочку какая-то группа. Покупать только через... Можно посетить форум, там зарегистрироваться, там активность вести свою. И можно также привилегии, не беспокоя главного админа, можете привилегии онлайн покупать. Я вам скину под описанием. Заходите, покупайте. Тут, думаю, будут скидки какие-то. Промокода, к сожалению, у меня нет. Админ не давал мне промокод, это снежек. А давайте тогда с менюшек давай начнем. Седьмое это
по меню, и меня курильщик, да, схватил. А, у меня интернет залагал. Ладно, предложим, когда все нормально станет. Вот мы, парни, продолжаем. Офигенный сервер. Давайте начнем с третьего. Зимняя снежинка. Вот это для виперов. Очень прикольно. Такой топорик большой. Ага. Тут какой-то подарок лежит. Давайте возьмем. Что-то дает. Плюс 100 брони. Нормально. Так. Ко мне уже там пишут привет. Так, мы гранаты обозревали, да? У меня зависло. Я должен был отвлечься. Так. Броня, аптечка. Тут точка, только, короче, аптечка выпадает и броня. Надо этого убить, убил. Мне дали броню. Плюс 100. Давайте рассмотрим босс меню. Первое там. Можно здесь АВП Вольф. Ай, тварь. Тут, короче, этот курильщик этот слишком имбовый. Курильщика никак не убьешь. За зомби нельзя поднимать подарочки. Так, и за мной этот идет. Один пацан. Кстати, я вам покажу класс Повелитель. Офигенный класс. У него есть некоторые способности. Так, АК-47, Зигл. И админская новогодняя скорость. Очень прикольно. Не знаю. Классная вещь. Бьет как? Правда? Что-то, да? Ясно. Так, давайте рассмотрим вид. Вот, возьмем евро, золото оружие. Давайте возьмем новогоднюю АК. Глушителем, да? Прикольно. Заряжается, то есть почему-то анимация за этот заряжение. Перезаряд. Заряжение. Этого нет. Почему-то, не знаю. Ага, вот. Короче, так заряжается странно. Мина, кто-то миной пользуется. Тут для паутинки лимит 5 штук. Я один раз юзанул. Осталось там 4. Кстати, тут вот гранаты вируса остаются вот такие черепки. Классно делали. Вот это псих вроде, да. Прикольно. Ой, там мало хп осталось, ну ладно. О, я думаю, у меня курильщик хотел. Тут курильщик, кстати, не боги, то есть курильщика никак. То есть, если он притянет любого, даже админа, босса, там, неважно, хоть главный админ, хоть сам админ, любого, короче, он схватит. Так. Еще раз говорю всех с наступающим. Так, ладно. В общем, сервер офигенный. Заходим, покупаем привилегии. Может, тут скидки какие-то будут. Думаю, будут. Так, да. Так, давайте тогда админ меню, там одно оружие посмотрим. Новогодняя камера, если не новогодний джетпак. Давайте возьмем сперва новогоднюю камеру. Там так выглядит, там Санта-Клаус еще. На изображении так. И стреляет у нас так, вот. Как плазму. Импульс какой-то идет. То есть шарик. Ну как, ладно, забудьте. Так, у нас тут колосует, да? Я не знаю, тут даже карты нет никакой там. Ну давайте вторую выберем, что там. Вторая, да, побеждает. Вторую это, делаемся, переместимся, но хер знает, что это за карта. Мне интересно. Так, следующая карта не показана. Время до конца карты. Минута 32. Так, ладно. Когда останется 1 минута, уже поменяется карта. Как раз я вам покажу пятую, то есть. Пятый нож, плюс покажу VIP админ босс меню. Голосование произойдет через 1 секунду. Ага, тут Zenyuk Imba, Imba B4, что-то такое длинное название, Zenfam World 4 финал. Ладно, первый, пусть первый будет, я уже забыл, что это за карта, Nuk написано, но я уже забыл, что там. Оп, давайте тогда по карте полетаем, я вам секретики одни покажу. Тут есть, в общем, проход такой, тут ломается кое-что. Вот, ломалось. Тут можно дышать, кстати. И лучше выйдем. Там нихера не видно. Так, там вроде никаких секретов. На этой карте, в принципе, секретов нет, только эта херня и все. Тут вроде ничего нет. Ну, можно тут от зомби спрятаться, сюда войти, там.
Можно сюда спрятаться от немезита там. А сюда можно. Так. Оп. Угу. Тут можно минами заныкаться. И тут сколько? 3 человека. Ого. Да не знаю, зачем они. Потому что там скучно. Вон. Нельзя использовать паутину больше 5 раз. И карта сменилась, да? А, нет. Карта. А. Карта, в общем, короче, это там 50 секунд пройдет и карта сменится. Угу. Давайте арбалет возьмем и постреляем чуть-чуть. Чтобы вам скучно не было, там 50 секунд торчать ждать чего-то. Так. Мочим там. Аму быстро появляется. На, это нам НГ дам. Так, с арбалет. Арбалетик. Арбалетик. Такс. О, тут патрон, кстати, дофига у этого арбалета. Это гранат сейчас вирус был или что? А купить админ VIP босс в онлайн режиме shop.zombie.ru. Если вы, конечно, до этого момента дойдете, можете зайти на этот сайт и, ну, покупать. Не беспокоя главного админа. Так, и это не лаг, это поменялась карта. А следующая карта The Nuke MBA B4. Надо, короче, перезаходить. Ага, он залагал. А вот, подключилась, как всегда. Веселый зомби всегда лагает, когда переключается на другую карту. Тут у нас качаются файлики. The Nuke MBA B4. Я не помню, что происходит. Что, качается или нет? Так, ладно. Извиняюсь, что так долго подключаюсь. Но, как видите... А, я продолжу, когда все это фигня закончится. И вот мы, парни, продолжаем. Какая-то карта The Nuke MBA 4, чего-то там. Mansion MBA 4. В общем, карта полностью изменена. Тут туда нельзя входить. Тут это еще добавили. Какой-то пулемет. В принципе, карта нормальная. Туда еще нельзя заходить, да? А сюда можно, там дробовик и граната. Угу. А это что? А, сюда падать нельзя. Можно, можно. А я не умру? А я не умру. А вот. Я уж подумал, что это типа кислота. Могу умереть. Так, что? А, это зомби. Тут один, короче, веселится парень. Ладно, пусть веселится, дикл. Вот, босс, для босса это фигня. Давайте выйдем отсюда. А то тут темно. Лучше тут быть. Ага, тут ломается, да, это? А, можно хотя бы проникнуть там. Нельзя, да? Сюда нельзя входить, ясно. Грузовик. Тут броня халявная. Но нам не нужна. Так, давайте посмотрим, сюда можно влезать. А, на крышу еще, да, можно? Ай, блин, на крышу нельзя. Вот, в общем, ножик такой прикольный. Давайте ударим этого. Это. Так, скинул я его. Ой-ой-ой, сюда на крышу можно пешком залезать, оказывается. Так, давайте там броню возьмем. Хоп. Не-не-не, пацаны. Патроны полные. Защищим не патроны. А, сюда нельзя. А, реально? Ну, у меня там брони 400. Ничего никто не сделает. И да. Да, дигл где-то возьмем. Сразу зомби-класс возьмем, повелителя. Давайте в босс-меню зайдем. Ну, в принципе, ничего нового. Давайте тонации покажу, да. Как всегда. А, тут покажу новогоднюю эмку. О, прикольно, прикольно. О, как прикольно. Стреляет-то хорошо. Смотрите. Лучами стреляет. Угу. Мне интересно, сюда можно залезать? Нельзя. Категорически нельзя. На крышу тоже нельзя. Маленькая, не знаю. Для меня маленькая что-то карта. Сейчас гранату эту бросить, да? Давайте рассмотрим карту. Сюда можно залезать. Что?
Ясненько. Это что? Это просто платформа. Хотя бы сюда можно залетать. А, тут можно укрываться. Можно вот укрываться от зомби. Можно сюда спрятаться даже. Если, ну, умный какой-то, если любопытный, нечего делать, короче, зомби залезет сюда. То есть посмотрит на вас, то все, вам хана. А мне интересно, сюда можно? Сейчас я быстренько заберусь, если смогу. Ну, допустим, сюда. А, нельзя, сюда нельзя. Ладно, паутинку изгоним и сюда. Сюда тоже не, да, нельзя. Ясно. Это труба большая. Угу. Идемте туда, что ли? Там много народу. Можно это даже. А, не. Она не работает, да, кажется? Так, ясно. Что? Этот парень. Вот так, давайте туда VIP-меню опять зайдем. Покажу Dual Barrel. Во! Dual Barrel прикольно выглядит. Ну, моделька еще-то странная. Двигается. Анимации нет, точнее. Новогодний жетпак. Что за новогодний жетпак? Ага. Эффект классный. А вот как сам жетпак выглядит. Это вот так. Посмотрите. О, нету вам жетпак. Надо служить. О, зелененький такой. Колокольчик еще сзади. Оп. Угу, снеговик. Прикольно, прикольно. Еще можно даже играть. Ладно. А, я думаю, у тебя есть. Парень, не знаю, летает что ли по облаках. Если это читер был, то извиняюсь сразу. Не знаю, может, я думаю, что он лагает. Потому что у всех пик по 100. Некоторые по 160. Давайте. Давайте. SG-550, да. Это Жека сам делал эту модельку. Вон там волк. Это Вольф, да? Один типа, как Вольф сделал, Жека. Жекочка. Так, давайте теперь посмотрим зомби-класс. Зомби-класс, зомби-класс, зомби-класс. Зомби-класс вон. Убьем мой килл мой. Да. Хаюк. Извиняюсь, я сразу не то написал. Ладно. Ладно. Можно, в принципе, заканчивать. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Рамзес. Всем удачи и всем пока.